Мини-Форс Икс в гостях у Сьюзи. Вольт, прошу! Что? Пожалуйста, возьмите меня в ученики, чтобы я смог стать великим агентом, как вы! Что? Ко мне в ученики? Я не умею учить. Да и нечему тут учить. Меня нельзя отвлекать. Нет, ни за что! Джеки ведь теперь тоже начал выполнять миссии. Ты мог бы хотя бы помогать ему советами. Ни за что. У меня даже времени на свои игры не хватает. Ух ты! Вот это гигантский орех! Вольт, предлагаю их вам в обмен на вашу мудрость. Я очень занят. Вольт! Давайте я потру вам спинку. Пожалуйста, научите меня! Нет, вылезай из моей ванны. Ночью я всегда такой голодный. Теперь я могу попробовать эти гигантские орешки. Вольт! Гигантская ореховая печенька! Даже лучше, чем гигантские орехи! Пожалуйста, возьмите меня в ученики! Какой утомительный день! О, Вольт! Один урок! Прошу вас, ля-ля-ля! Что это? Это колыбельная для Вольта! Хватит, хватит! Пожалуйста, прекрати! Джеки, я научу тебя одному невероятному приему. Это так много для меня значит! Я готов учиться у вас чему угодно! Хорошо. Твое задание. Поймать 1000 жуков голыми руками. Это начало твоего пути по превращению в меня. Так точно, учитель Вольт! Я вас не подведу! А где Джеки? Куда это он подевался? Я научил его приему и отправил тренироваться. И чему же ты его научил? Что же это было? Какая безответственность. Я просто что-то выдумал. Уверен, Джеки тоже не воспримет это всерьез. Двадцать три. 24? Подожди, светлячок! Помогите! Скорее бы отведать орехового печенья от дедули. Мастер Вольт. Джеки? Джеки, что же случилось? Меня немножко покусали пчелы. Вольт, я не поймал пока 1000, но вот первые 34 светлячка. Ты правда пошел их ловить? Это бессмыслица. Ты занимаешься ерундой. Я верю мастеру Вольту. Я уверен, это поможет мне стать лучшим агентом. Джеки. Джеки, тебе лучше. Несколько укусов, не страшно. Пора. Я тоже присоединюсь. Ты оставайся здесь. Мы с этим разберемся. Как же вкусно пахнет.
О, это же агент Мини-Форс! Агент Мини-Форс! Вон, смотрите, один на того. Ничего себе! Может, автограф? Как интересно! Вы такой классный! Ого! Потрясающе! Да-да-да! Замечательно! Что? Что-то с ним не так! Всему этому виной микроробот-паук у Вольта на шее. О, нет! Что же нам делать? Значит, надо уничтожить этого робота. Но Вольт слишком быстрый. Успеем ли мы его поймать? Я это сделаю! Джеки? Я, конечно, не такой быстрый, как Вольт, но все же быстрый! Но тебе все еще не хорошо. Не проблема. Хм, хорошо. Нам сейчас нужны все агенты. Решительность агента Джеки похвальна. Вольт ваш лидер. Ага. Вы должны сделать все возможное, чтобы спасти его. Любой ценой. Есть, командир! Джеки, как тебе удалось снять этого маленького робота-паука? Это все благодаря Вольту. Что? Пригодились тренировки Вольта. Он потрясающий. Он предвидел, что это пригодится. Вольт действительно самый-самый. Но ведь все совсем не так. Может, мне переехать сюда, чтобы мы могли продолжать тренироваться? Нет, ни за что. Ну же, пожалуйста. Нет, ни за что. Я же сказал. Надо же, как же здесь хорошо. Откуда это так вкусно пахнет? Вольт, подожди! Вольт! Ничего себе! Я и не думал, что здесь окажется такой красивый сад. Здесь так красиво! Хм, неплохой сад. Давайте здесь и пообедаем. Да! Пришло время обедать! Приятного аппетита! Вуаля! Что? Это мое большое медовое пирожное. Пора приступать. Макс! Макс! Простите, у нашего друга Макса неприятности. Это неправильно. Нельзя топтать цветы в саду. Согласен, неправильно. Мне очень жаль. А это вы вырастили все эти цветы? Да. Удивительно. Спасибо. Тебе нравятся цветы? Конечно. Как же можно их не любить? Да. Никак нельзя. Кажется, у нас много общего. Хм. Меня зовут Кира. А я Макс. Кажется, они подружились. Они одинаково говорят и хорошо ладят. Да. И оба любят цветы. Какой чудесный запах! Ай, мой лоб! Mm-mm.
О, что такое? Вон тот цветок, он синий. Ну да. Почему он другого цвета? Что это за цветок? Это фиалка, но она... Что не так? Я никогда раньше не видела синюю фиалку. Да, эта синяя фиалка выросла из семечка, которое я нашел случайно. Я тоже о ней ничего не знаю. Ух ты, у этого цветка удивительный запах. Это правда. Да я понюхал. Тут нет пчел. Как приятно пахнет. Пока, Кира. Скоро увидимся. Конечно. Приходите в любое время. Как же хорошо у тебя получается выдавать себя за землянина. Когда-то ты был ядовитым убийцей, а сейчас какой-то жалкий садовник. Оставь меня в покое. О? Конечно. Есть только одна просьба. Мы хотим избавиться от кое-каких препятствий, которые нам мешают. Препятствий? Значит, им больше не снятся кошмары? А, да, яд рассосался. Отличная новость. Куда ты направляешься? Мне надо кое-что проверить. Ага. А? Привет, Макс. Можешь больше не притворяться. Что? Ты пришелец. Ну же, покажи свое истинное лицо. Тебе удалось меня обмануть. Нет, я не знал, что ты агент Минифорс. Разве ты не притворялся землянином, чтобы обмануть нас? Я не хотел вас обманывать. И ты думаешь, я поверю в это? Ты один из подчиненных Зеноса. Это все в прошлом. Когда я работал на Зеноса, я был ядовитым убийцей. Своим ядом я побеждал многочисленных врагов Зеноса. В тот день, по приказу Зеноса, я уничтожил цветочную планету и всех, кто жил на ней. Я думал, что они враги. Но это была неправда. Зеносу просто не понравился запах космической фиалки. Только по этой причине. Я не мог больше позволить Зеносу управлять мной. Я сбежал. Я решил скрыть свое лицо и поселиться на Земле. И здесь я посадил последнюю оставшуюся синюю фиалку. Но почему ты напал на тех несчастных людей? Ты снова стал работать на Зеноса? Это правда. Макс, пожалуйста, позаботься о моем цветке. Нет уж, это должен делать ты. Прости, но думаю, со мной покончено.
не говори так. Говорить такие вещи неправильно. Я рад, что прилетел на Землю, Макс. Иначе я бы тебя не встретил. Прощай, мой друг. Макс. Кира! Кира! Не уходи, нет! Кира! О, какой прекрасный цветок! Это не та фиалка, которую мы видели в саду? Кира мне ее подарил. Ему пришлось уехать далеко-далеко. Понятно. Кстати, ты знаешь, что символизирует фиалка? Это символ? Угу. Фиалка – это символ дружбы. Дружба. Хорошенько заботься о ней. Кира, я никогда не позволю нашей дружбе увянуть, потому что это просто будет неправильно! Озвучено по заказу CLS Media в 2019 году.